Здравствуйте, в эфире программа «Сделано в Вятке». Меня зовут Владимир Сметанин. Напомню, что программа «Сделано в Вятке» посвящена истории вятского купечества. Мы выходим в эфир два раза в месяц, по пятницам, именно в это время, в 13:05-13:06. И по традиции в нашей студии Антон Касанов, историк, один из авторов проекта «Пешком по Вятке». Антон, добрый день. Добрый день. Очередная наша передача, и сразу же заявляем тему. Сегодня у нас династия купцов Машковцевых. Одни из самых известных деловых людей на Вятке. Ну, вот лично для меня, чем уникальна история этой династии, ну, я так скажу, своим феерическим взлетом и своим феерическим падением, наверное, да, можно так высказаться? Да, можно сказать, что обычно мы, рассуждая о купцах, долго отсматриваем их деятельность, и, в общем-то, как правило, говоря о них, их падение, оно происходило вместе с падением всей страны, да, то есть революция октябрьская, всеми этими изменениями. Так получилось, что у Машковцевых кризис их династии и купеческой деятельности произошел намного раньше. К моменту революции они уже не представляли себя ту влиятельную, серьезную, экономически мощную династию, которая была когда-то. Но вообще, можно сказать, забегая вперед, что рассвет династии произошелся на конец 18-го, начало 19 века, вторая половина 19 века и начало 20-го, это уже время такого постепенного упадка этой династии. Ну, а если говорить об истоках, собственно, династии, это все-таки век 17-й. Да, это век 17-й, вторая половина 17 века, и известно, что машковцы происходили из Хстининской волости Вятского уезда, но у них в основании династии была одна очень любопытная легенда. Она была связана с тем, что долгое время в семье были культивированы рассказы о том, что Машковцевы не были вообще вятскими, а приехали из Москвы, переехали сюда в Вятку, здесь и сели. Ну и отсюда произошла трансформация их фамилии, то есть московиты, и как-то вот произошло это таким образом, что в итоге из москвичей Машковцевых превратились они в вятских Машковцев. Ну я, безусловно, хотел спросить, да, про происхождение этой фамилии, вот именно с этим связано, да? Да, обычно это связывали именно с этим. Вот. Но на самом деле, действительно, такие прецеденты, когда кто-то переезжал из Москвы или Подмосковья в Вятку, они широко известны. Все помнят знаменитый развод Вятки, который произошел после присоединения Вятки к Москве, когда большое количество семей влиятельных из Подмосковья были переселены сюда, на Вятку, и они стали здесь местной политической, экономической элитой. А вот местная вятская уже знать, которая была оппозиционной и не хотела вообще на присоединение к Москве, централизации государства, она как раз повезла в Москву, такой вот переезд. Но Машковцевы, то, что с ним произошло, это, видимо, произошло уже намного позже. Все это происходило в уже предпетровскую эпоху, петровскую эпоху. И вот одним из тех людей, который был зачинателем и представителем первого поколения купцов Машковцев, был Гаврила Машковцев, очень необычный человек. Он первый занялся именно торговлей, как коммерческой розничной, так и оптовой. Но все-таки истоки-то с земледелия начинали сами, работали на земле. Они, вообще, в принципе, если проводить истоки, у многих они выходили из крестьянства. Да. Но потом, конечно, все очень изменилось, они перешли в купеческую, как раз такую своеобразную фазу своего развития. Ну и в дальнейшем достигли очень больших высот. То есть, наконец, 18 века это были первогильдейские купцы с огромными капиталами, которые постоянно увеличивались. Ну, если возвращаться к Гаврилу Машковцеву, то он интересен своим достаточно необычной натурой. В общем-то, принимал активное участие не только в купеческой деятельности, но и общественной. В общем-то, он стоял у истоков того, что была некая традиция, по которой Машковцевы становились вятскими и бургомистрами, и ратманами, и потом городскими главами. И заседали они и в городской думе, и потом, когда земские органы появились, то Аркадий Машковцев, это представитель последнего поколения купцов, он тоже стал там земским заседателем. И, в общем-то, все это началось с Гаврилы Машковцева. И, на самом деле, его старания были оценены, он стал достаточно богат, и это все совпало именно с петровскими преобразованиями. Одно из них, мы все отлично знаем, это строительство Петербурга, новой экономической столицы, политической, культурной в том числе. И тогда как раз вышел специальный указ о переселении из различных земель России туда, в Петербург, самых каких-то знаменитых семей. И как раз Гавриле Машковцу пришло уведомление о том, что желательно было бы для него переселиться. Ну, такое приглашение, так? Да, такое приглашение, но настойчивое достаточно приглашение. И вот тут случился знаменитый такой случай, который с ним произошел, и он представляет достаточно большой интерес. Дело в том, что Машковцев не хотел переселяться из Вятки, он очень любил этот город, и тогда Хлынов. И, соответственно, он пошел к наместнику, сибирскому наместнику по фамилии Гагарин, такая хорошая русская фамилия, и, как тогда говорили, дал им очень серьезную взятку за то, чтобы, скажем так, отмазаться от переселения в Петербург и остаться в Вятке. И это все возымело действие, и Машковцев не переехал. Но вот с Гагарином произошла печальная история, его коррупционная деятельность, он действительно очень любил
говорится, брать посулы. Да, это был не единственный случай. Очень многие пытались откупиться или получить какие-то экономические преференции. Так вот, Гагарина разоблачили и потом казнили за вот это взяточничество. То есть вот такая была история. А Машковцев так и остался в Вятке, осел здесь. Ну и потом родилось новое поколение купцов. Самое мощное поколение, это то поколение, которое жило в конце 18-го, начале 19 века. Но если возвращаться к Гавриле Машковцеву, к его потомкам, то можно также вспомнить, что они были очень набожные люди, как и многие вятские купцы, и сразу несколько вятских церквей были удостоены их вниманием. В первую очередь, это, конечно же, Царево-Константиновская церковь, которая очень тесно связана с династией Машковцевых. Именно они в конце 17 века выделили достаточно серьезные финансовые средства на строительство именно каменного храма. В общем-то, слава богу, что эта церковь стоит по сей день, хотя в советское время она была превращена. Давайте напомним, гараж, где располагается все-таки. Перекресток улицы Современной Свободы и улица Московской в квартале от Московской до Спасской. Церковно-Константинская церковь, или Знаменская по-другому она называется, старинная вятская церковь, с которой были связаны судьбы очень многих известных вятских горожан, ссыльных. Дело в том, что очень выгодное географическое положение, недалеко от Вятской мужской гимназии, поэтому многие выпускники гимназии и ученики туда ходили, а среди тех людей, кто там учился, это очень известные люди, это Бакулев, Бехтер, Циолковский и так далее. Плюс рядом находилась как раз канцелярия губернатора и губернаторский дом в 19 веке, в первой половине, на улице Спасской. Вот, и, соответственно, тоже губернатор очень многие туда заходили. Ну и плюс ко всему вспомним, что совсем рядом, на перекрестке Московской и Современной улицы Свободы, находилась усадьба Люшиных, чуть дальше усадьба Жмакиных. Там проживали вместе Герцен, Витберг, их семьи, они тоже посещали этот храм. И поэтому действительно этот храм имел очень большое значение для Вятки, и появился он благодаря Машковцу. Второй храм, который появился тоже в период времени, в конце 17 века, в начале 18-го, это Богоявленский собор, который находился в районе современного Вечного Огня, между двумя сейчас сталинскими домами, которые в 30-е годы в второй половине появились. Это тоже строительство спонсировало Машковцев. Но если забегать вперед, то, возвращаясь к набожности Машковцев, можно отметить, что уже в конце 18 века при Степане Машковцеве появился еще один храм, Иоанна Богословский храм, который стал последним Богословского кладбища. Это был кладбищенский храм. Напомню, что было в дореволюционной ветке два крупных кладбища с захоронениями. Это Ахтырское кладбище и Иоанна Богословское. Так вот, как раз теми людьми, которые спонсировали создание Богословского храма, были Машковцевы, они понимали, что это необходимо. Екатерина II издала специальный указ, по которому запрещалось хоронить горожан уже в пределах старых церквей, церковных оградах. Это разрешалось только в исключительных случаях и только духовенству и богатым меценатам. Места нет, да, другого? Тогда уже, да. Ну, плюс не хотелось превращать город в склеп, то есть Екатерина, если выражаясь современным языком, была таким урбанистом, пыталась навести порядок, современные планировки улицы, навести порядок с фасадами домов, со строениями, назначались губернские архитекторы. Именно тогда наш город получил ту параллельно перпендикулярную структуру улиц, которые тогда были. И вот два крупных кладбища были созданы. Одна к югу, на центральной части города, другая, Иоанна Богословская, к северу. И вот Машковцевы сыграли очень важную роль, которая была отмечена, безусловно, всеми современниками. Конечно, это были достаточно набожные люди. Но если возвращаться к их купеческой деятельности, а нельзя не возвратиться к этому. Основная деятельность. Да, безусловно, основная. Это вот как раз в конце 18-го, начале 19 века самый настоящий рассвет. И он был связан с именем Степана Машковцева. Очень кем говорили, он приходился? Это уже внук Гаврила, насколько я помню. Но у них вообще сложная система отношений, потому что семья была очень родовитая, и в семье был долгое время неразделенный капитал. Они вели все дела вместе, и вот при Степане как раз достигли наибольшего могущества. Ну, плюс его братья, Афанасий Машковцев тот же. А это было какое-то завещание основателя рода, чтобы вы никогда... Нет, это просто дело в том, что это было очень удобно для ведения бизнеса, да, потому что неразделенный капитал означал, что можно сконцентрировать все ресурсы вместе и добиваться наибольшего эффекта. Плюс ко всему, это была команда самая настоящая, да, потому что самая прочная эта команда, это та, которая держится не на каких-то экономических, политических союзах, а на родственных, потому что, ну, обманывать своего брата, это просто не по-христиански. Это правда, кстати, вот про капитал Машковцев, что был период времени, когда это самая значительная сумма была? Ну, у них, конечно, в начале 19 века они за буквально где-то около 20-15 лет в 5 раз увеличили свой капитал. Первогильдейские действительно были очень могущественными, но здесь все объясняется тем, что они, в отличие от многих других вятских купцов, занимались самой разной предпринимательской деятельностью. Во-первых, это оптовые поставки продукции, самые различные, в том числе продовольствия, ржи, хлеба и так далее, которые вели семьи в направлении западных, северо-западных портов, Архангельск и Петербург. Они скупали массово у вятских тех же крестьян огромное количество продукции и увозили туда, там продавали.
Это оптовые поставки они осуществляли с розничными. В Вятке у них была достаточно разветвленная сеть торговых учреждений, и в розницу они торговали и тоже имели свои деньги от этого. А чем торговали? И продовольствием, и... Они торговали вообще очень большим количеством наборов, то есть для них было важно именно то, чтобы было этого как можно больше. Вот, это было для них принципиальный момент. Далее очень важно, что у них имелись очень хорошие отношения с органами государственной власти. Неудивительно, что ведь многие из них занимали госпосты, плюс ко всему имели хорошие связи в Петербурге, Архангельске, ну, естественно, в управлении Вятки и потом уже Вятской губернии. И вот тогда и была система подрядов, то есть, например, парвянские подряды, которые разыгрывались как на различных аукционах. То есть, вот задача была такая, чтобы, например... Госконтракт. Нужно было государству найти подрядчика, который бы поставил хлеб, например, в какую-то парвянскую контору для снабжения солдат или моряков. И вот частенько именно машковцы выигрывали эти подряды. Очень любопытный случай в данном контексте случился в 1804 году, когда разыгрывался очередной подряд, и на него заявилось четверо вятских купцов. А смысл был в том, что вот и по сей день ничего не меняется, то есть выигрывает тот, кто назначает самую маленькую цену. Кто готов выполнить этот подряд, определенный набор работ за меньшую именно сумму. И вот машковцы вообще не участвовали в этом. Видимо, может быть, им было некогда тогда, в тот период времени, они были очень заняты. И выиграли купцы Аршуловы, тоже очень известные вятские купцы, которые... Обязательно посвятим. Кстати, по семейному передачу. Преданию, у них род соотносился с очень известной семьей живописца Айвазовского. Вот, у них есть грузинская вятка в этом роду. Вот Аршулову выиграли, уже торжествовали, но вдруг, значит, Стефан Машковцев пришел непосредственно к устроителям аукциона и заявил, что готов существенно чуть ли не в два раза снизить цену, только если ему отдадут этот подряд, руководствуясь патриотическими соображениями. Машковцев, он, поскольку обладал очень большим авторитетом, его прошение удовлетворили, и, соответственно, Машковцев получили этот подряд, наверное, Аршулову очень расстроились. Какая интересная история. Что-то мне подсказывает, вот помятуя взятки, которые дал Гаврила, здесь тоже без каких-то посулов не обходилось в их взаимоотношениях с чиновниками. На самом деле, система коррупции и каких-то неформальных связей, она всегда была распространена. Вот вспоминаются два случая. Дважды приезжал в Вятку действующий и в будущем действующий император Александр I и Александр II, будущий тогда Александр Николаевич. Приезжали вместе с ним сенатские ревизии, которые пристально исследовали то, что происходит в Вятской губернии. Оба раза снимали и отправляли в отставку вятских губернаторов, потому что система коррупции была настолько жесткой, что здесь летели, как говорится, головы. И Добрынский губернатор был уволен, а потом Тюфяев. И в первую очередь не за то, что они плохо встретили императора или что-то сделали не так, а потому что действительно очень мощный объем был хищений во всем. Ну и вот, кроме господрядов, еще очень важно отметить, что машковцы – это одни из первых крупных купцов, которые занимались промышленным производством. То есть первоначально у них появились два, значит, бумажных заводика небольших, тогда бумажных мануфактуры. Это Медянская пищебумажная фабрика и Никулинская пищебумажная фабрика. Оба они находились совсем рядом от Вятки. Сейчас, на мой взгляд, они уже не работают, насколько я знаю. Медяна – это село недалеко от Вятки. Никулинская тоже достаточно известные населенные пункты. И машковцы там наладили очень серьезное производство, работало достаточно большое количество там у них рабочих. Надо отметить, что, несмотря на то, что тогда было крепостное право, и, в общем-то, было выгодно эксплуатировать, может быть, крестьян, да, но у машковцев на этих предприятиях работала очень большая доля свободных людей. То есть вольно-наемный. Вольно-наемный труд они активно использовали, считали, что это более эффективно для достижения цели, для мотивирования сотрудников. Хотя крепостные хорошо. Крестьяне тоже были. Но судя по тому, что они нанимали постоянно большое количество людей, и на них вообще подрядилось достаточно, бывало, шестьсотнями, потому что у них очень большие были объемы, люди к ним шли достаточно охотно. Хотя, вот вы знаете, очень интересный случай. Дело в том, что машковцы, они стояли на позиции того, что необходимо привлекать иностранную рабочую силу также. Все знают Иоганна Христиана Раша, человека, благодаря которому Михаил Игархович Салтыков-Щедрин получил вообще свой домик, свою квартиру в Вятке. Все 7 лет в Вятской ссылке. С 1848 по 55 год Салтыков проживал на улице Вознесенской, в районе улицы Орловской. Небольшой домик, это как раз усадьба Иоганна Христиана Раша, который еще в 30-е годы 19 века прибыл в Вятку именно по приглашению купцов Машковцевых для того,
чтобы работать мастером на медианской пищебумажной фабрике. И вот Раш был как раз тот специалист, которого специально выписали сюда, из Баварии, немец он был. Приехал он, кстати, сюда холостой, а уехал, ну, как бы уехал, он не смог уехать, к сожалению, из Вятки, потому что он здесь свыше 20 лет прожил, в 1856 году скончался. Здесь в Вятке. Но любопытно, что вот, знаете, всегда человеческий капитал ценился, да, у нас в Вятке, и любопытно, что вот этот дом очень важен для нас. Солодуков Щедрин, который там жил, он встретил как раз в Вятке свою будущую супругу, увез супругу из Вятки, это дочь Аполлона Болкина, вице-губернатора. Слуга Салтыкова, Платон, слуга-старик, да, было двое слуг, молодой камердинер Гришка и Платон. Платон тоже встретил вятскую девушку в соседней усадьбе и тоже на ней бракосочетался. Так вот и как раз рабочий Машковцев, Иоганн Христиан Раш, лютеранин по вероисповеданию, он здесь встретил тоже на предприятиях Машковцев девушку, причем она была вдова, 38 лет. И вот они бракосочетались в храме Владимирском на улице современной Карла Маркса, который стоял, потом был снесен в 30-е годы, вместо него построен кинотеатр «Октябрь». И вот у них появился такой союз, было сразу несколько детей, и от первого брака, и от второго. Но вот в документах встречается сообщение о том, что был судебный процесс между тогда уже Петром Машковцевым и Иваном Машковцевым и Христианом Рашем, что-то они не поделили какую-то сумму денег, и Раш отсудил у Машковцева какую-то как раз определенную денежную сумму, то есть, видимо, были определенные проблемы, связанные с оплатой труда, может быть, Раш требовал какие-то еще суммы дополнительные, но он считался действительно квалифицированным специалистом. Но вообще, кстати, ведь речь идет не только о вот таком приглашении, да, Рашем, но речь идет о серьезной закупке оборудования для этих предприятий, самое современное оборудование. Да, весь 19 век Машковцевы закупали оборудование в Европе, причем у них были очень хорошо оборудованные заводы, и вот если вспомнить Александра Ивановича Герцена, то он описывал в Былом о Думах, и еще в ряде своих писем о знаменитом посещении в 1835 году как раз одного из этих заводов медианской мануфактуры, и он действительно был поражен теми технологическими процессами, которые там происходили, его как молодого впечатлительного человека очень это все заинтересовало, рев машин, огромное количество рабочих, сам производственный процесс, и он с восторгом это писал. И, конечно, Герцен был знаком с семьей Машковцевых, но в первую очередь с главным бунтарем в этой семье, потому что действительно об этом тоже стоит упомянуть, был такой Петр Машковцев, это знаменитый племянник Ивана Машковцева, из-за которого семья настрадалась в свое время. И это было связано как раз с учебой Петра Машковцева в Московском государственном очень университете. Очень интересная история, да. Об этом почему-то, кстати, мало известно, можно про это рассказать. Да. Дело в том, что Машковцевы решили уже в 19 веке своих детей молодых отправлять учиться туда. Они дворянское звание получили. Да, Александр Машковцев получил как раз дворянское звание, а несколько других представителей потомственное почетное дворянство. То есть это очень серьезно. Они, кстати, единственные были среди вятских купцов, кто вот так дворянство себе выхлопотали? Нет, были и другие или купцы, еще? Но все равно это была не такая распространенная практика, потому что для этого нужно было совершить все равно очень важные поступки для города, для государства, для страны. И Машковцевы этим постоянно занимались. То есть даже когда прошение писали на дворянский титул, там перечислялось то, что они сделали, сколько благотворительных акций совершили, сколько была поддержка именно государству в различных деяниях и так далее. И все это по совокупности дало основание дать Александру Машковцеву дворянство за подписью. Это начало еще 19-го века, да? Александр I еще, да? Да, про Александра I. Итак, история с Петром. И вот Петр уехал учиться, да, в Московский университет. Но вы сами понимаете, что студенты всегда очень беспокойные люди, которые, ну, вы знаете, любят покутить свободно от учебы время. Действительно, Петр был среди организаторов одной очень яркой студенческой, скажем так, вечеринки. И там ребята совсем разошлись и начали петь частушки какие-то, песенки про Николая I. Но поскольку тогда было очень жесткое полицейское у нас государство, и такие вещи очень серьезно преследовались, то нашелся сексот такой сообразный, тайный агент, который рассказал, где следует, о том, что студенты Московского университета, смотрите, какие у них там происходят неприятные для государства вещи. А, кстати, текст, вот, настоящий текст этих частушек, не знаю, прибауток, он где-то есть, хранится? Или? Ну, даже если он есть, то я думаю, что в прямом эфире не следует цитировать такие вещи. Ну, Николай I, вы знаете, пользовался не самой лучшей репутацией, не зря его назвали Николай Палкин, поскольку, действительно, достаточно жестокая репрессивная политика проводилась в тот период времени.
временем. И вот после этого под раздачу попали все. Даже те, кто не был на этой вечеринке, это непосредственно Герцен и Огарев, которые считались достаточно вольнодумными студентами, но при этом на эту вечеринку они не ходили, их не было там. Но тем не менее, их сослали, одного в Пензенскую губернию, другого Герцена в Пермь, потом в Вятку. И вот представьте себе, какого было состояние эмоционально Герцена, когда в Вятке он встретил Петра Амашковцева, то есть он, наверное, очень сильно удивился, но о нем Герцен отзывался очень хорошо, и говорю, что это замечательный человек, они mm-hmm. дружили. Ну вот буквально сегодня я приобрел книгу, которая посвящена Александру Ивановичу Герцену, вот не так давно, пару лет назад она вышла, и там как раз есть документ о наблюдении за ссыльными в 30-е годы, и там про Петра Машковца написано, что, мол, одумался, читает книги и вообще ведет себя вполне благоразумно. Повзрослел. Но на самом деле Петру Машковцу очень сильно повезло, потому что очень многих участников тех студенческих историй постигла тяжелая участь, ну действительно, ссылки в Сибирь, в далекие губернии, а вот Петру Машковцу, он ограничился тем, что его сослали просто сюда, к себе на родину, под наблюдение родственников и богатых купцов. И уже Добролюбов в свое время писал тоже, что это было не случайно, и опять же коррупционный момент всплывает, что, дескать, отец Машковцева заступился за него и заплатил достаточно большую сумму денег, то, чтобы, говоря современным языком, его отмазать. Правда, была небольшая ошибка, не отец, а дядя, значит, но, тем не менее, Иван Машковцев, он, конечно же, не хотел, чтобы его любимый племянник куда-то там попал. Отмазать в смысле, вот, чтобы он вернулся на родину? Чтобы, на родину, чтобы он отбывал наказание у себя на родине под наблюдением семьи. То есть взяли его на поруки, скажем так. Но потом он действительно уже отошел от этих дел, стал взрослым человеком, стал работать на заводах, в тех же Медянах. И, в общем-то, Машковцев стал вполне благоразумным таким парнем, но, тем не менее, переписывался с Герценом и, в общем-то, разделял, видимо, многие его идеи. Сам Герцен писал, что среди мест купечества, особенно среди молодого, он нашел много хороших союзников, своих товарищей, и как раз среди молодого купечества было много машковцев, которые считались прогрессивными в тот период времени. Надо сказать, что, возвращаясь к их бизнесу, уже в 19 веке при Иване Машковцеве появляются очень важные еще Иван такие заводы. Степанович Машковцев, да, Иван Степанович. Бывший городским головой. Да. Сразу, да, подчеркнем. При нем как раз появляются уже и два винокуренных завода, в том числе Таллинский винокуренный завод, и тоже они давали достаточно большую прибыль, поскольку как раз производство и продажа алкоголя – это бизнес, который всегда в России был распространен, открываются филиалы завода. Вот можно у Владимира Любимова почитать в монографиях про филиал, например, Таллинского винокуренного завода, который находился недалеко от Владимирской той же церкви, и общественность некоторая даже протестовала, что негоже это, но они выступали как хорошие, скажем так, меценаты, поддерживали этот храм, но недолго он там располагался. Надо сказать, что вот действительно бизнес был совершенно разный у них, в том числе даже кое-какие операции, связанные с кредитами. Например, распространена была такая практика, что узнавали Машковцы, что какой-то человек, например, не мог выплатить долг, и выкупали его долг, а этого человека брали себе в услужение на определенный период времени. То есть они работали как уже люди, которые должны были отрабатывать эти финансовые влияния и пахать на их различных предприятиях посыльными и так далее. То есть достаточно такая... то есть такая паденная работа? Да, да, то есть какие-то мелкие работы выполнять, в зависимости от квалификации человека. Вот. Поэтому очень активно у них было сотрудничество именно вот такое вот в банковском тоже секторе. Поэтому, как вы видите, совершенно разными делами занимались Машковцы, и у них объем работ был очень мощный. Плюс еще соливаренный был завод у них свой, то есть огромное количество различных предприятий, дел, инициатив и так далее. И много денег в итоге. Да. Денег, да, денег. Где-то было... видел информацию, где-то 50 тысяч рублей в, да, в вот один момент. В 20-е годы 19 века около 50 тысяч рублей. Причем для сравнения, вот что на эти деньги можно было в то время купить? Все. Ну, в первую очередь, на эти деньги можно было купить себе какой-нибудь завод, что, чем они занимались, потому что заводы действительно не приобретались очень многие, да. И, соответственно, чтобы заработать денег, нужно куда-то их инвестировать. Вот они все-таки были сторонниками того, чтобы инвестировать деньги. Вот. И это была действительно очень достаточно верная, на мой взгляд, практика, которая позволяла им держаться на плаву вплоть до 60-х годов 19 века. Мы продолжим наш разговор с Антоном Косановым, историком династии вятских купцов Машковцевых, после небольшого перерыва. Продолжается программа «Сделанная в Вятке». Меня зовут Владимир Сметанин. Антон Косанов, историк, один из авторов проекта «Пешком по Вятке», гость нашей студии. Мы говорим о династии вятских купцов Машковцевых. Есть еще один так, любопытный нюанс в этой истории. Машковцевы были удостоены чести встречаться с царственными особами. Да, причем два раза. Первый раз это случилось еще в конце 18 века, когда у власти находился Павел I.
И это был очень любопытный эпизод, потому что Павел Вятку, конечно же, не приезжал, да, но он находился с визитом в Казани. Делегация вятских купцов поехала в Казань, и вот в этой делегации были как раз два представителя рода Машковцев, Стефан Машковцев и Афанасий, два брата купца. И они подарили ему железные блюда, какие-то подарки, поговорили, причем было две встречи с Павлом, и в итоге, конечно же, они пригласили Павла Вятку, почему бы не пригласить, действительно, очень хорошая инициатива. Но Павел сказал, что да, большое спасибо, очень рад приглашению, много про вас слышал, расспрашивал, чем занимаются купцы, какие у них торговые связи. Потом сказал, что приехал бы с удовольствием в Вятку, но уж больно она удалена от дороги. То есть отметил, что географическое положение достаточно сложное, тогда не было железных дорог. Река. Вот, а по реке ему не хотел, видимо, ехать. И вот Павел так в Вятке не оказался, но машковцы познакомились с императором, и это достаточно известный случай. В государственном архиве хранится отчет об этой встрече, специальная бумага, очень она любопытная, действительно такая. А второй эпизод относится к 1820. Поподробнее, что это за столом они вместе сидели с императором? Да, была специальная встреча, именно делегация, да, то есть их приезжала, и они общались в достаточно неформальной обстановке. Но подробностей там не очень много, то есть этот документ буквально на полтора листа. Но... То есть это официальная какая-то бумага все-таки? Да, это бумага, которая сохранилась в фонде канцелярии вятского губернатора. То есть, потому что действительно это важное было дело, все-таки люди из Вятки встречались с императором, хотя даже зачастую губернаторы-то не удостоены были такой чести. Для них всегда это было большое событие. Ну и вторая встреча октябрь 1824-го. Да, вот как раз тот период времени, единственный раз в вятской истории, наш город посетил царствующий император Александр I, который тогда уже находился на закате своей жизни, как потом выяснилось, что спустя год в Таганроге он скончался. Хотя есть мнение, что, возможно, он не скончался, а была мистификация, и он не умер. Что старец потом явился. Да, и что в Томске, да, и в Перми, и в Сибири видели старца, очень похожего на него. А еще была любопытная история, что якобы до этого для какой-то очень высокой особы купили на улице Спасской Вятки дом. И, может быть, он и в Вятке какой-то промежуток времени проживал. Но это из разряда городских легенд, ничем не подтвержденных. Ну, а тогда, действительно, он здесь оказался. У него был очень такой плотный график рабочий. Встречал его Иван Степанович Машковцев. И был бал в доме Машковцева, где Александр даже танцевал с некоторыми представителями рода Машковцевых. И в целом, конечно же, очень... Представительниц. Да, представительниц рода, конечно, само собой. И было очень такое торжество, и это было все достаточно любопытно, а в дальнейшем как раз Иван Степанович Машковцев решил выступить с инициативой об увековечивании этого события, приезда Александра I, как раз он был одним из инициаторов создания Вятки Александра Невского собора, тем более, что семья Машковцевых долгое время жила на перекрестке улицы Семеновской и улицы Вознесенской, Воровского, сейчас Ленина, Ленина и Воровского. Вот как раз там, где сейчас стоит торговый центр «Диван» или «Крым», как его по-разному называют, там стоял дом, двухэтажный дом семьи Машковцевых. И, собственно, этот дом простоял там до 60-х годов 20 века. А потом его снесли, там образован был сквер. Но вот это у них одно из тех имений, которое принадлежало Машковцевым. И они жили напротив этого места, напротив Семеновской площади или Александровской. Ну, Александровской стали ее называть, когда был построен собор. Напомню, что он строился очень долго, около 25 лет. Ой. А с момента уже приезда императора прошло 40 лет. В 1864 году, когда собор был построен, и Машковцы имели к нему прямое отношение. Во-первых, как инициаторы, во-вторых, как одни из спонсоров этого строительства. Последний представитель рода, крупный купец Аркадий Машковцев, вложил немало денег в то, чтобы собор появился. Но в целом, конечно, купечество сыграло большую здесь роль. Потому что действительно люди хотели, чтобы этот праздник был увековечен, приезд императора. И действительно собор в итоге был построен. И, конечно, мы обязаны этому Ивану Машковцеву, его инициативе. Таким образом, вот царские особы связаны с именем Машковцевых очень плотно и очень тесно, надо так сказать. Если мы говорим о купцах вятских, упоминаем об их благотворительной деятельности, да, вот, в частности, на строительство церквей Машковцевых, да, жертвовали, а что еще, как они проявляли? Да, благотворительная деятельность была тоже очень разветвленной. Во-первых, Машковцевы всегда принимали участие в вопрос поддержки неимущих слоев населения, как и многие вятские купцы выделяли благотворительную сумму, входили в определенные общественные организации, то есть попечительские советы. В частности, Аркадий Машковцев, который жил в середине 19 века, он и попечительный тюрьмах комитет входил, поддерживал тоже и церкви, и больницу губернскую. Плюс ко всему надо отметить, что во время тяжелых периодов истории России Машковцевы всегда выступали с такими патриотических позиций. То есть, например, когда шла война 1812 года, они собирали деньги на ополчение, на поддержку русской армии. То же самое было в 1855 году, когда шла крымская кампания.
И тоже они выделяли сумму денег. То есть здесь они, конечно же, тоже очень активно отличились, и это все было оценено по достоинству. К тому же, в тот времени несколько раз машковцы занимали пост городских голов, и здесь уже на этом государственном посту координировали деятельность. Если вспомнить Ивана Степановича Машковцева, то как раз тот период времени, когда он инициировал вопрос о создании Александра Невского собора, он был городским вятским головой в 20-е годы, середине 20-х годов, в 30-е годы он еще раз стал им. А вот, то есть, действительно, размах деятельности, в том числе благотворительной, был очень велик. А пользовались ли авторитетом Машковцева среди рядовых жителей Вятки, вот, обычных горожан? Их уважали, как-то вот говорили о них, что это люди достойные, не только богатые, но еще вот воспитанные. Но здесь этот вопрос всегда очень сложный, потому что там, крестьяне, например, какие-то обычные, они ведь не оставляли после себя каких-то мемуаров и так далее. То есть это единичные случаи. Поэтому здесь можно говорить только какими-то общими понятиями, да, то есть никакого очень жесткого отрицательного имиджа у машковцев не было, по крайней мере, в литературе я с этим не встречался. В том числе благотворительная деятельность всегда оценивалась по достоинству. И, безусловно, их авторитет был достаточно велик. А какого-то негативного бэкграунда за ними, ну, можно сказать, особо не было замечено. Но, конечно, для них начались очень тяжелые времена уже в 60-е годы. Ну вот ближе к закату уже. Ближе к закату карьеры, да. Угу. Там уже сложно было им заниматься активной именно общественной деятельностью и благотворительной, потому что при Аркадии Машковцеве там начинается разорение очень многих предприятий, большие долги, проблемы с кредиторами, а и в итоге все разваливается. В чем причина-то? Где истоки-то? Что, где система-то истоки покосилась? Обычно отмечается то, что вот разделение капитала уже в первой половине 19 века негативно сказалось. Очень многие представители рода перестали заниматься предпринимательской деятельностью, отошли от дел. И в целом был кризис общий, скажем так, и в этой династии, и в целом. И вот действительно было набрано большое количество кредитных средств, и на заводах дела пошли не очень хорошо. В целом, знаете, в жизни так часто бывает, что совокупность негативных факторов дает общую негативную какую-то вот ситуацию. И так случилось у Машковцевых, и в итоге Аркадий Машковцев разорился, заводы пришлось продать, в том числе московским различным предпринимателям. Аркадий тот самый, кто стоял вот во главе, да, уже ближе, да, вот к концу. К сожалению, вот он скончался в середине 60-х годов, хотя вот опять же, возвращаясь к общественной деятельности, Аркадий вошел в земские органы и тоже пытался там сделать какие-то полезные шаги, но не смог в полной мере это сделать, так как умер очень скоропостижно. Вот. Ну а что касается потомков династии, то их разбросало очень широко по городам и весям. Сразу несколько представителей переехало в Петербург, кто-то жил в Москве, даже в Даугавпилсе, то есть при Балтике проживали. Ну и очень любопытно, что, например, воспоминание было Всеволода Васнецова, это сына Полинария Васнецова. Он рассказывал, как как-то приехали они в Симферополь и в Крыму, там вот они встретили представителей семейства Машковцевых, это потомки уже Аркадия. Вот там они до революции, у них был небольшой пансионат, и они занимались там благотворительными, в том числе, проектами. В общем, так тихо, мирная, спокойная жизнь, без особо таких ярких каких-то событий, вот, в общем-то, разбрелись по городам и весям, ну, а Вятки здесь, конечно, остались их представители. Интересно, кстати, тоже возвращаясь к общественно-политической деятельности, что тот же, значит, Николай Чарушин, один из самых знаменитых вятских народников, описывал, что в доме Машковцева частенько происходили собрания, уже вот 60-е, 70-е, неспокойные годы, 80-е. То есть они как-то затронули вот, да, этот, они вот период, этот тоже брожение в умах. Брожение в умах, как видите, еще с начала века 19-го было, что, в общем-то, вполне логично, да, было в той ситуации. Ну и, соответственно, нужно сказать, что были определенные собрания, и были у них какие-то и оппозиционные настроения. Говорят, что дом Машковцева – это то место, где обычно идут дискуссии какие-то на общественно-политические темы, где, в общем-то, можно свободно выражать свои мысли. Вообще, если говорить про дома Машковцевых, то вот это реальные памятники в нашем городе. Один дом, который принадлежал этой семье, он находится здесь совсем рядом от того места, где мы с вами находимся, на перекрестке улицы Московской и Карла Маркса современной. Этот дом был построен еще в 1799 году, чуть позже Машковцеву продали под удельную контору. Потом там располагалась Авятская женская Мариинская гимназия. Ну а сейчас, вы знаете, долгое время там квартировали 22-я школа и православная гимназия. В 50-е годы дом был настроен на два этажа и расширен по улице Карла Маркса. Все могут посмотреть. Тот дом один из памятников Машковцева, который сохранился. Плюс ко всему еще один дом. Это даже не дом, а целая усадьба, богатейшая усадьба Стефана Машковцева, которая занимала целый квартал в районе улиц Спасской, улиц Свободы, улицы Герцена. И дальше до
улице, уже можно сказать, Ленина. Ленина, практически. Ближе к улице Ленина. Огромная усадьба, которая была построена в конце 18 века. Эта усадьба славилась тем, что там был большой дом, главный дом усадьбы, который фасадом выходил на улицу Спасскую. А за этим домом было сразу несколько прудов, причем они подпитывались подземными источниками. Очень хорошая была система сообщений между этими прудами. Были беседки, различные там какие-то приспособления для отдыха, и там можно было отдыхать, и Машковцевы там любили действительно бывать, но вот уже в 40-е годы наступили нелегкие времена, и эта усадьба была полностью продана Вятской мужской гимназии, которая раньше располагалась до этого совсем рядом. Один дом Смирнова на Свободе, рядом с бактериологическим институтом, второй дом Авергия Перминова. И вот они переехали как раз с 40-х годов в эту усадьбу Машковцев, поэтому можно сказать, что Машковцы имели прямое отношение к тому, что в этой усадьбе были возвращены лучшие ему вятки, Вятской мужской гимназии среднего учебного заведения, которое как раз было кузницей кадров для многих местных молодых людей, которые там получали образование, потом ехали в большие университеты Казани, Москвы, Петербурга. Вот. И третий дом, про него мы уже говорили, сейчас этого дома нет, но вот эти три здания мне известны. Я так напомню, Воровского, да, Ленина. То лона, где вынашивались машковцы. Печально. Были ли попытки-то как-то возобновить деятельность, или вот все умерло и умерло? Да, в литературе отмечается, что во второй половине 19 века уже наступили какие-то необратимые процессы, и что какой-то мелкий бизнес был, например, частный пансион, чем не бизнес, в принципе, да, то есть на котором можно зарабатывать определенные деньги, но такого крупного размаха, который был в период экономического расцвета династии в конце 18-го, в первый-третий века 19-го, такого уже не было никогда. И, конечно, в этом плане эта династия отличается от многих других вятских, но одна из старейших, хорошо изучена, от Гаврилы до Аркадия Машковцева, сразу несколько поколений, и, в общем-то, действительно, эта династия вошла в историю вятки как одна из самых таких плодовитых, в том плане, что очень большой был размах деятельности, чем они только не занимались, и отличились и на купеческом, и на общественном поприще, и даже на политическом, и это имя династии связано очень близко с такими знаменитыми людьми, как тот же Александр Иванович Герцен, как немцы, на их промышленные предприятия часто приезжали даже люди из-за границы и оценивали очень положительно и говорили, что машковцевы сторонники технического прогресса и, в общем-то, для вятки они всегда играли очень важную роль, но в том числе в том же спонсировании храмового строительства, потому что действительно было очень важно. Кстати, у нас не так много времени, я хотел бы напомнить о проекте «Пешком по Вятке». Вы сейчас, как известно, квартируете в доме Витберга. На самом деле не то, что квартируем. Что происходит? Расскажите. Мы интересно. В доме Витберга проводим лекции, да, потому что вот появился очень большой запрос на то, чтобы что-то делать в зимний период времени, когда прогулки нельзя делать. Напомню, что прогулки пешком по Вятке возобновятся в мае месяце. Вот, будет очень такая большая программа, и прогулок станет намного больше, о чем писал, кстати, сайт Хакирова. Спасибо Александру Рассохину, журналисту. Нашему Хакирова, коллеге. Да, нашему коллеге и нашему доброму другу, который посетил все наши прогулки. Вот. А в доме Витберга, да, у нас проводятся лекции. Вот буквально 21 февраля мы провели там лекцию, посвященную Вятской ссылке. И она собрала очень большой аншлаг, на самом деле, даже на удивление лично для меня, что было очень много людей, 130 человек пришло. И мы решили повторить 20 марта эту лекцию в 17:00, поэтому всех приглашаем в доме Витберга поговорить про Вятскую ссылку. Плюс ко всему, по мотивам вот той передачи, которая сейчас идет на Хакирова, очень много появилось каких-то вопросов и какие-то предложения, то есть много людей пишут мне в личку, и когда у нас проводят какие-то мероприятия, к нам обращаются, спрашивают про тех или иных купцов. Действительно, тема очень многих волнует, да, потому что старинные вятские фамилии и так далее. Поэтому решили провести как раз лекцию, посвященную вятскому купечеству, чтобы более подробно про это поговорить, именно вот формата такого стендап-монолога. Вот, и это такая первая лекция. Вместе с Алексеем. Вместе с Алексеем. С каким Алексеем? Суворовым. Нет, Станислав Суворов. Простите, Алексей Станислав. Это его брат, знаменитый конькобежец. А Станислав, да, Станислав мой коллега. Ну, их многие путают, все-таки не зря они братья, двоюродные, да, у них тоже большая семья. А вот. Ну, Алексей, кстати, к нам тоже частенько захаживает. Вот когда он бывает в нашем городе, всегда к нам приходит. Кстати, как-то даже он приходил к нам, когда мы еще делали лекции несколько лет назад, в «Воскресной истории», рассказывал, как он ездил на Олимпиаду. Очень, кстати, интеллигентный, приятный человек, который тоже любит, в принципе, историю и
такой у нас частый гость. Вот, а что касается Станислава Суворова, да, то он сейчас у нас занимается сайтом «Пешком порядке». Вот сейчас в активную фазу вошли все работы, и уже, я думаю, что весной, в конце апреля, этот сайт будет запущен. И я думаю, что тем людям, которые интересуются историей, это будет очень любопытно, потому что сайт будет действительно очень сильно наполнен огромным объемом именно историко-краеведческой информации про архитектуру, историю, культуру. И мы действительно хотим сделать сайт, который был бы очень полезен людям, в том плане, что многие не могут, к сожалению, посетить какие-то мероприятия, прогулки, экскурсии, те же наши лекции, но вот сайт станет для них чем-то, что мы сможем хотя бы сделать позитивно. Спасибо. Завершается на этом программа «Сделанная ветка». Спасибо партнеру программы компании «Ветич» Антон Касанов, историк. До новых встреч. До свидания. Всего доброго.